Всем привет! С вами рубрика «Утро в форме» и я ее ведущая Екатерина Замалдинова. Сегодня мы находимся в фитнес-клубе «Лайн» и будем заниматься по системе Табата. Табата – интервальная тренировка, целью которой является 20-секундный подход и 10-секундный отдых. 8 повторов на 4-6-8 упражнений. Итак, мы начнем с суставной разминки. Становимся ноги на ширине плеч, спиночка ровно, сделаем свободный вдох и выдох. Еще раз вдох и выдох. И последний раз. Настраиваемся на тренировку. Голова вправо, влево. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вперед, назад. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Два круга в правую сторону. И в левую. Стали ровно плечики. Вверх, скинуть. Вверх, скинуть. 5, 6, 7, 8. По очереди. Правая, левая. Вниз, вниз. Правая, левая. Вниз, вниз. 5, 6, 7, 8. Ручки в сторону. Потянулись. Одна сторона. Вернулись. И другая. Вернулись. Собрали грудной отдел. Открыли грудной отдел. Ручки на пояс. Садимся. 8 приседаний. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Потянули корпус вперед. Можно попружинить. И вниз. Крутили правую, сразу поменяли левую, потянули корпус вперед и наверх. Теперь мы можем приступить к основной тренировке, для которой нам понадобится фитнес-резинка. Если у вас ее нет, это снизит вашу эффективность. Одеваем на ножки, можно зафиксировать ее на стопы, можно одеть на ножки. Ну, мы выбираем вариант посложнее. Ручки угол. Угу. Фиксируем положение. И стоим. 8, 7, 6, 5. 20 секунд. Отдыхаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И на левую сторону. Маленькие незаметные пульсы. Отдыхаем 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не забываем повторить это упражнение 3 раза на правую сторону и 3 на левую. А мы переходим к следующему упражнению. Одеваем резиночку чуть выше. Угу. Становимся также ровненько. Выворачиваем стопу на выворотность, и у нас пульсы назад. Ручки перед собой, фиксируем положение, и незаметные пульсы назад. Пружиним, стоим. Их может быть совсем не видно, но мышцы, которые работают, вы обязательно почувствуете. Отдыхаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И выполняем на другую сторону. Угол. Пружиним. Закончили. Отдыхаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А один, не забываем повторить еще 3 раза на правую и 3 раза на левую. А мы переходим к следующему упражнению. Становимся свободно. Все втянули. Приседаем. И выходим в высокие полупальцы. Приседаем. Высокие полупальцы.
Отдыхаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И повторяем. Закончили. Отдыхаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не забываем повторить еще 6 раз. А мы переходим к следующему, 4-му, последнему упражнению. Поднимаем резиночку еще выше. Удобно садимся. И идем 2 шага в правую сторону и 2 в левую. Итак, 20 секунд. Поехали. Отдыхаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Повторяем. Отдыхаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И не забываем повторить это упражнение еще 6 раз. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам доброго утра и позитивного дня. Всем пока-пока!